Здравствуйте. У нас сын Тимур, ему 10 лет, и мы уже 6 сеансов дистанционного лечения или контактов провели вместе с Давидом. И после 6 сеансов небольшие изменения уже имеются, такие как, например, что Тимур стал в школе больше контактировать с детьми и со взрослыми, и меньше уже сам по себе, как бы ведет свою школьную жизнь. Затем он больше стал более разнообразно есть в школе, а не только есть одно что-то и отказываться от другого. Практически он уже мало отказывается в школе от еды. Дома еще бывает, что отказывается от того или от другого, и надо помогать его подкармливать, а в школе уже лучше. Но дома у нас тоже есть некоторые результаты, такие как, например, что Тимур теперь играет в большее количество игрушек, а не только лишь в две каких-то игрушки, которые он обычно играет или играл. И также он больше использует для игр, меньше уже, скажем так, играет в игрушки, которые не называются совсем игрушками. Свои обычные игрушки, какие-нибудь палочки или какие-нибудь, скажем, предметы кухонные или же бытовые. Пока что он, конечно, не говорит и понимает очень слабо то, что ему говорят, но вот на этом мы надеемся, что с дальнейших сеансов, после дальнейших сеансов с Давидом, наконец-таки он заговорит и начнет понимать все, что ему говорят, и делать то, что говорят. Ну, спасибо, конечно, большое Давиду за его работу и за те сеансы, которые он уже провел, и за то, что он помог Тимуру в развитии. Вот такой отчет на сейчас. Спасибо за внимание.